В данном видео мы вам расскажем, что нужно сделать для того, чтобы стать партнером в Киви банке. Вам необходимо зайти в личный кабинет сотрудника. Можно это сделать через мобильное приложение. Нажать функцию «Вопрос» вас автоматически перекинет на ссылку в личный кабинет сотрудника только через браузер. Вам надо зайти в личный кабинет, ввести свой личный номер. И тот пароль, который у вас создан от личного кабинета. Далее нажимаете графу «Чеки». Проходите свой созданный чек. И нажимаете кнопку «Запрос на подключение партнера Киви». Вам приходит уведомление в приложение «Мой налог». Если оно у вас не открыто, вам необходимо его открыть. Далее заходите в уведомление, где пишется о том, что Кивибанк запрашивает разрешение. Нажимаете «Перейти в раздел партнеров». Тут видно, что предлагает подключиться Кивибанк. Нажимаете и «Разрешить». Все. В данном случае вы подключены к партнеру Кивибанка. В дальнейшем, если эта функция вам не понадобится, или нужно будет ее отключить, вам нужно будет просто зайти, опять же, в графу «Партнеры», «Подключенные», нажимаете «Кивибанк», и есть функция «Отключить». Данную функцию возможно сделать только при помощи вот этой операции, то есть через просто приложение мобильное, личный кабинет сотрудника, так подключиться не получится. То есть необходимо зайти вот именно на сайт, точнее в личный кабинет через сайт. Если же вы вообще пользуетесь айфоном и у вас нету такого приложения «Личный кабинет сотрудника», то сразу же, получается, заходите через «Личный кабинет сотрудника» на сайте. Все, спасибо.